Приветствую вас, друзья! С вами Вячеслав Мелехов, инструктор по фридайвингу и подводной охоте. Год только начался, и самое время поговорить о новинках. Сегодня я сделаю для вас обзор новых ласт Marlin Deep в двух версиях. Версии с лопастью длиной 76 см и в укороченной версии Shock с длиной лопасти 66 см. Ласты с более длинной лопастью отлично подойдут для подводных охотников и дайверов, ныряющих на глубины до 20 метров. Версия Shot великолепно будет работать на малых глубинах, по поверхности, для любителей поплавать в камыше, а также для тех, кто плавает в бассейне, занимается снорклингом и имеет небольшой вес. Лопасти в этих ластах сделаны из полипропилена средней жесткости. В более длинной версии лопасти на кончиках оснащены направляющими, позволяющими сделать грибок стабильным и не рыскать лопасти из стороны в сторону во время работы. В обоих вариантах широкая линейка размеров галош от 39 до самого большого 50, что позволит даже обладателям большого размера ноги и с толстым носком подобрать себе необходимый размер галош. Сами галоши сделаны из резины комбинированной жесткости. Верхушка мягкая, стопа жесткая, что позволяет оптимально передать усилие грибка с ноги на воду, не теряя энергии. Лопасти съемные. Их можно демонтировать, монтировать. Крепления таким образом здесь установлены в области галоши и клипсы на усах. Усы сами тонкие и мягкие, не ограничивающие работу лопасти. Угол слома в обоих версиях лопасти по отношению к стопе 22 градуса, что оптимально позволит распределить ваши усилия грибка во время плавания ныряния. Вот такая новая модель ласт. И очень широкое применение можно им найти. Ведь есть и укороченный вариант, и более длинный. И каждый может себе подобрать по необходимости, по своим целям и задачам, что нужно. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Желаю вам чистой воды, новых глубин. Всегда на связи с вами.